Нидерланды больше не будут финансировать палестинскую автономию, которой ежегодно выделяли 88 миллионов долларов. Голландское правительство заявило о том, что большая часть этих денег уходит на зарплату семьям террористов и самим террористам. Финансирование продолжалось в рамках программы помощи палестинской автономии. Кроме этого, голландский парламент отказался принимать закон о маркировке товаров, произведенных в Иудее и Самарии, на так называемых оккупированных землях, как того требовал Верховный суд Евросоюза. We'll be right back.